Ну, счетное табло, наверное, отражает соотношение сил в данной игре. В принципе, минимум созданных моментов с одной и со второй стороны. Был момент в концовке у Сокалы, да, хороший момент. У нас перекладину момент. И сейчас в концовке могли в добавленное время вырвать победу. Где-то сказалось на действиях нашей команды то, что, ну, скажем так, Спартак более сыгранная команда, состав стабильный, сыгранная, все, где-то они больше владели мячом, но мы принимали план, что очень строго сыграть в обороне, в принципе, что и получилось за некоторыми вот такими небольшими шероховатостями, и проводить быстрые атаки. На качестве нашей игры в какой-то степени, конечно же, повлияло то, что у нас появилось 4 новых игрока, хорошие квалифицированные игроки, но они появились у нас в последние дни до заявочной кампании. И здесь стоит вопрос именно стабилизации игры, сыгранности игры. В принципе, я действиями ребят доволен, ну и выездная ничья. Хотя в этой турнирной ситуации хотелось бы большего для нас, но это тоже в копилку команды все. Поэтому я доволен и благодарен ребятам, что в сложных климатических условиях провели достойную игру на фоне хорошего соперника.